Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Перенесшая пневмонию певица Надежда Бабкина находится в зоне риска и вполне может подхватить болезнь снова. Об этом в беседе с порталом Nation News заявил кардиолог Владимир Хорошев. Говоря о выздоровлении артистки, специалист отметил, что ей просто повезло. Надежда Бабкина – человек с сильной иммунной системой. По всей видимости, она, если можно так сказать, подхватила небольшое количество вируса. Ее альвеолы не были поражены, и сурфактантная система, отвечающая за перенос кислорода из альвеол в кровеносную систему, оказалась защищена, считает Хорошев. Также хочу вам посоветовать очень классный новостной канал, посвященный самым главным новостям и политическим событиям всего мира. Новости в качественном формате выходят каждый час. Для тех, кто хочет следить за последними новостями, ссылку на канал оставляю в описании этого видео. Врач признался, что опасается за судьбу музыкальной карьеры артистки. По его словам, такая ситуация будет наблюдаться до появления вакцины. Ранее Бабкина, отвечая на вопрос о состоянии легких, рассказала, что у нее было поражено около 80% тканей. В начале апреля артистку госпитализировали с пневмонией. Сообщалось, что Бабкину ввели в искусственную кому. По словам представителей певицы, ее проверили на коронавирус, тест оказался отрицательным. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.